Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Апокин Александр, я врач-стоматолог из Москвы. Я рад вас приветствовать в моем видеоблоге. Сегодня у нас будет такое юмористическое включение дорожное, которое пойдет в плейлист блога ультразвуковой ненависти, как я это обещал. И вот одну штучку я сегодня вам анонсирую в этот блог. Значит, называется эта история «Сахар с цветными точками». Значит, в стоматологии есть несколько видов различных веществ, которые подкрашены. Специально контрастно подкрашены, чтобы их случайно не потерять в полости рта. В частности, значит, есть такая вещь, как кариес-индикатор. Он красит органику. Кариес, стенки бактерий. И он розовый, такой фуксия, ярко-розовый цвет жидкости, которая просто не отмывается вообще ни от чего, куда бы она ни попала, там форма, перчатки, все. Значит, есть еще такая вещь, как, например, ортофосфорная кислота, 37% ортофосфорная кислота. Она подкрашена в такой голубой, синий или голубой яркий цвет. И для того, чтобы когда ты ее наносишь полость зуба, травишь там твердой ткани, чтобы, смывая ее, было видно, что она смывается, например, там где-то находится не до конца убранная на слизистой полости рта, если вы по какой-то причине вдруг это делаете без кафердама. Вообще это плюс для того, чтобы это было видно хорошо на листе кафердама. Вот, поэтому без кафердама это делать нельзя, применять ортофосфорную кислоту. Значит, есть фиолетовый, наверное, даже не фиолетовый, назовем так, есть как зеленка, зеленый, бриллиантовый зеленый цвет, краситель Monobond компании Vivadent и Vaclar, который содержит в своем составе плавиковую кислоту. Вот, и есть там из всей этой вот группы еще один краситель, наверное, наименее опасный. Это проприетарный краситель Plaque Search, поиск зубной бляшки компании CuraProx, который, значит, фиолетовый такой, прям фиолетовый. Вот он просто пищевой краситель. Значит, теперь это постановка сцены, вот о цветах мы с вами поговорили. Теперь, значит, о сахаре. Купил я как-то себе килограмм сахара в кубиках, такой вот рафинадик. И спрятал его на какую-то дальнюю полку, чтобы он, естественно, никому не достался, кроме меня. Значит, и выпил я с ним два раза чайка по два кусочка. Значит, из килограмма сахара вынуто 4 маленьких кусочка сахара. И пошел я тут как-то еще раз попить чаек в ординаторскую и заглядываю в свой вот этот вот сахар. А там уже треть килограмма нету. Треть коробки съели. И я такой думаю, что ж такое сделать? Буду-ка я наносить на эти кусочки сахара точки, как на стенке стороны игральной кости. Вот такой вот кубик, игральная кость. И вот я буду на него наносить эти точки. С целью того, чтобы люди посмотрели, этот сахар не съели. Ну еще ладно, розовый, может быть, там кариес-индикатор, ничего страшного. Думаю, ладно. Ну, с ортофосфорной уже будет не так сладко пить чай. Но если и это не будет останавливать, то, наверное, я буду, не пожалею, капать на кусочки сахара Monobond с плавиковой. И ассистент меня спрашивает: Александр Ильич, говорит, а вообще это не опасно, вот плавиковая кислота? Я говорю, скорее всего, нет, говорю. Более вероятно другое, что у них просто выработается устойчивость еще и к плавиковой кислоте. Вот такая вот история, называющаяся «Сахар с цветными точками». Поэтому, уважаемые мои зрители, если, значит, вас заинтересовало развитие этой истории, задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь на мой блог, отмечайте лайк,
спонсируйте этот блог. И не забывайте нажимать кнопочку с колокольчиком, чтобы не пропустить следующие видеопубликации. Ну и, конечно, такой постскриптум. Это юмористическое было сообщение. Не пробуйте это делать дома. И не пробуйте сами это, воспроизводить. То есть это не рекомендуется к повторению. До свидания.